Друзья, всем привет от Алекса. Алекс пока еще бродит по просторам саванны. Вернее, даже не по просторам, а он на той же территории, на которой они вот были все последнее время. И Алекс молодец, он как капитан корабля. Последний эту территорию решил покинуть. Интересно, в какой вольер на зиму попадет Алекс. Потемнел к зиме, он и так-то всегда был темный, а сейчас вообще... Многие в этом сезоне открыли для себя Алекса. Прошлые года как-то он так все время был в тени. А в этом сезоне во всей своей красе. И у Алекса появилось много тех людей, которым он стал интересен, которые любят смотреть ролики с ним. Видите, по тропиночке. Никак попало. И пошел Алекс по своим делам. Кто-то, друзья, читал в комментариях, пишет, мол, уже прохладно, холодно. Не, вы знаете, была вот неделя, да, похолодание там. Такая неприятная была погода. Но сейчас опять выровнялось, тепло. Ну, для этого времени года имеется в виду тепло. Где-то около 10 градусов. Для львов это вполне нормальная температура. Никакого дискомфорта они при такой температуре не ощущают. Что ж, друзья, вот такой всем привет от льва Алекса и двух его молодых друзей. Алекс, ну не такой привет, конечно же, я имел в виду. Что ж, друзья, а мы пойдем посмотрим что-то интересное еще для вас, чтобы снять и порадовать.